спортивным событиям ежегодно 27 сентября более чем в 150 странах мира отмечают Всемирный день туризма. В праздник путешественников и профессионалов, работающих в этой области, традиционно проходят спортивные мероприятия. В Солигорске в этот день состоялись соревнования по спортивному ориентированию. Организатором выступил физкультурно-спортивный клуб Солигорского района. Самые активные жители шахтерской столицы собрались в лесопарковой зоне на тропе здоровья. В программу мероприятия вошли спортивное ориентирование, кросс и велоориентирование до 10 метров. К участию в соревнованиях приглашались все желающие от 14 лет и старше. Победители среди мужчин и женщин определялись по лучшему времени прохождения дистанции и были награждены дипломами ФСК. Сегодня праздник День туризма, и мы решили с ребятами всей компании прийти на такие соревнования и отметить так наш праздник. Мы ребята из Центра туризма, мы активно участвуем в подобных таких соревнованиях, мы всегда выезжаем на республиканские соревнования, мы очень любим лес, свежий воздух, погоду, природу. В День туризма и Старобинский лесхоз решил принять участие в данных соревнованиях, так как спорт – это жизнь, это здоровье, и это круто.